Сегодня 5 марта. Это уже второе видео за сегодняшний день. И мы идем в магазин семян по улице Карбышева. Это улица Карбышева. Магазин семян находится вот за этим зданием. Это магазин мебельный. Также здесь находится, по-моему, офис строительной компании БК-Строй. Как видите, выпал сегодня снежок с утра. Он еще вот, дорога уже, проезжая часть подтаяла. Ну, а здесь, как вы видите, белоснежный снежок лежит. Итак, вот мы прошли через двор этого магазина мебельного. И сейчас повернем направо, и здесь будет находиться магазин семян. Вот он. Здесь мы уже были, было два ролика. Ну вот, перед, так сказать, дачным сезоном мы решили посетить его еще раз. Итак, магазин, как видите, работает без перерывов и также без выходных дней. Вот мы сейчас находимся в торговом зале. Помимо семян, здесь, как видите, есть много чего необходимое для сада и огорода. Ну, как говорится, комментировать комментарии бывает излишне. Я старался так снимать, чтобы какая-то информация, какую-то информацию вы сами извлекали из моих видеокадров. Итак, это вот лук, севок. Ну, желаю вам приятного просмотра, и местные зрители, наверное, уже посетили этот магазин, а может и не посетили, но это будет информация, и в основном для них, конечно, если кто-то смотрит из горожан, ну, точнее, конечно, горожан, дачников. Ну и сейчас мы подошли к стеллажам, на которых представлены саженцы вот роз, ну и другие цветы. Будем проводить осмотр под прекрасную музыку Чайковского «Вальс цветов». Будем, так сказать, сочетать приятное с полезным.
Ну вот здесь, на этом стеллаже, представлены саженцы цитрусовых, лимоны. Лайм. Ну вот, кстати, здесь представлен лимон Мейера. У нас когда-то был опыт выращивания этого лимона. Далекие еще советские годы. Получили саженцы, и прекрасно он рос и плодоносил. А когда он зацветал, то помещение наполнялось таким приятным запахом, который проникал повсюду. И, как говорят, он обладает бактерицидным действием. Ну, это так называемые фитолампы, свет которых необходим для досвечивания рассады. Также здесь вот имеется реле, которое позволяет включать и выключать эти фитолампы на определенное время. Так, предположим, там с 8 там утра до 11 вечера, и они, эти реле, включат и выключат эти лампы в заданный промежуток времени. Таким реле, а точнее сказать таймером, мы пользовались в прошлом году, и они прекрасно работают. Также на стеллажах мы видим много различных средств борьбы с вредителями, насекомыми, точнее вредителями растений, а также удобрений всевозможных. Ну, на этом первая часть обзора, так сказать, заканчивается. Будет еще вторая, а может быть и даже третья часть. На этом с вами прощаюсь. Пишите комментарии,
ставьте лайки, если видео понравилось. Ну, также подписывайтесь на канал. Всего доброго, до встречи.